Ебать, мне попались, он проверь, у тебя хорошо все записывается? Да, звук. Ой, здоровяк, у него там еще дабстепчик какой-то лупит. Сейчас мы ему устроим киджальную вечеринку, просто с фаст агонимом. Ему онлайн там вырос, надо выйти. Выйдите. Я вышел, Этот, я купил смока, мы пойдем делать ПФБ? Да, погнали. И вард я купил, Санек. Тебе только надо в мид будет поставить. Окей. Приготовьтесь к битве. Так, не надо боту, что запулил Котл, получается. Не, Котл запулит, конечно. На Фурионе просто по-обычному, да, собираться или как? Да, надо бы, чтобы Фурион сделал полетел в Акстайл. Ладно, да, смока в любом случае успеем. Агрессивно, короче, тэпаться, убивать постоянно, пон? Его? Да. Ему у нас подожди, ему и... Я сейчас на бан мейна. Ребята. Не успеваю. О. А, подожди, он в кастит. Выгодно. Он не поймет, он не понимает, что... Подсвечу. Мар поставил. Хорошо. А можно мне кил? ФБ саньку. Бейте, похуй. Вот. Нормально. Ой, это охуенно. Потому что БХ тем задаст. Бля, вахти сломают. Ты бы не добил, я думаю. Да, это все правильно. Полба есть. Блять, я только блинка. А зайдите сюда наверх, может еще придут сейчас. Я думаю, не пойдут. Там сколько? 12 еще мехов этого типа написано. Какой ты че хунишь? Да, 12 у него. Жесть. У меня 15 тысяч ММР. Тише. Ничего себе, Егор, хорошая игра получается. Погоди, возможно, идут. Хорош, сюда. Егорчик. А я есть. Да, Лего. Смотрите, как крутится, он точно что-то знает. Бля, на Венге. Явно 12 тысяч там. На Венге так на лоу ММР не крутится. Но не говори. Здесь он крутится. Прям как на стриме есть этот чувак. И это тоже крутится. У меня колба когда-то. Вот у нас крутыши какие-то. Это реально. Роулин. Потом. Я в харде, но он в химике стоит. Не, ты в боте. Окей. Сейчас вахт, наверное, снизит. Сейчас, наверное, снизит наш вахт, очевидно, что он там. Егор, захотелось почему? А ты поймал, бля, крипы еще не пришли на ТП. Я супер, блин, стаганим делаю, Сань. Если вингу убьете, она пешком потопает обратно. Сань, стримик веду? Да. Очень быстро огоним нужен. Да. Я им веселье устрою, блядь. Да, стример на миду. Ой, так это мипадж же, реально. Идет ботл, Санек. Окей. Да. Фу тебе. Окей. Блядь, только с блинком это немножко руина. Он без топорика, Саша. Останусь. Как? Ну, как? Да. Я только сейчас допер. К спрутам. Гаси. А сколько ты забираешь денег? Ну, там немного. Саша, боевой клич. Блин, я попал вообще приятно здесь добивать. Сделай, пожалуйста. Еще рано. Я, кстати, танк забыл купить. Сделай боевой клич, когда я на мид полечу, пожалуйста. Ладно. Это у тебя намек такой, чтобы я тебе купил? Да? Ну, я что-то забыл. Зато смотри, бульдог. Ну, сука. Егор, слышишь, эту пачку ломай, я сейчас на мид полечу, он там вообще прогретый. Ну, слушай, он что-то знает на мипа, немножечко. Умный? Думаешь? Ну, 12 тысяч написано, я. Блять. Все, ты улетаешь? Да, знает ли он об этом? Ой, хорошо. У меня линия. Ну, в этот раз ты культурно. Типайте, я не могу тебе. Я не могу. Бота добавал, блядь. Залы похуй проебали. Блин, я же на радости. Тихо, ты как и поп свел. Я специально, чтобы не подтал, кашлю, он экспу не получил. Ну. Блин, я стакнул хуёвый. Нет, шикарно стакнул. Какой же молодец. А там в чате нас не спалили? Не знаю, я вышел специально, чтобы онлайн не был большой. Говорит, похуй проебали. Недавно я наблюдал конфликт между Али и Андреем. Это же настоящий бой ЦМК и Пуджа. Прямо как в новом бесплатном PvP режиме от эпиков. Hook Case. Играешь за битбокс Пуджа, насади ЦМ-ку на крюк. Играешь за ЦМ-ку, плачь, кричи, бейся в конвульсиях, зови маму. Ходи под себя, молись, беги, все равно ничего не поможет. В общем, ЦМ-ку мы не выбираем. Победитель, то есть Пудж, получает награды. Всего-всего 15 успешных хуков, выдается охуенный мега рундук, в который в другом случае стоил бы много денег. Слово о том, что достается бесплатно. Приходи по моей ссылке, и тогда боевой пропуск будет стоить не 300 рублей, а 0. А в боевом пропуске каждый 15 вулов аркан на Пуджа, а на 60-м ДК Хук. А если хочешь еще больше вещей на Пуджа, обрати внимание на новую невъебенную линейку дешевых рундуков. Ссылка на Пуджа в описании, а вместе с ней промо на 15% и экстра хук в мини-игре. Ну блин, а у тебя никнейм Гудвин, на что-то намекает явно. Пойдет.
Я бы вообще в жизни не поверил. Был бы ник Гудвин или вот... Я очень часто с Етора играю, я ж не... Ну, я не думал, что это Етора. Реально? На дух. Конечно. Даже в одной игре было два Етора, кстати. Офигеть! За меня и против меня. Может, фамилия? Боже, не знаю. Слушай, Саша, я забыл ханвы купить. Блин, как классно, что думаешь, у меня как раз оно есть. Я могу танк купить на котле, я куплю. А, ну ладно. Ладно, прогревай новичка. Нет, не прогревай. Сейчас с фейзами можно прям прогреть жестко. Да все, пока я ухожу. На мифанчика посмотрю. Ага. Ну что это такое? Нормально. О, вот это то. Мифанчик. Чуть прогрел. Можно меня загонять мифанчиком? Сейчас. Даю. У меня трудности некоторые имеются. Я надеюсь, у вас там все хорошо. Дочка не добежала. Маленький бежит такой. А ты смешное слово говоришь, бедней. Ну это просто бедней. Не могу за низкой порядочности. Типните. Наверное. Я опять хипу портал заходить. У меня только порядочность на аккаунте повысилась, что я типать смог. Ну бас. Как могу. А прикиньте, он нас обоссыт, это вообще неловко будет. Ну, обоссыть может, а никто об этом не знает. Ну, значит, не запись, чё. Не, ну, Квапа в Мифаре это вообще же гриб. Сос-то гонил особенно. У меня скиллы не будут качаны. Ой, тут кто-то этот, обходят, вещдоктор. Саня! А, бля, я умер. Бедни. Ой, бедни. Ладно, я умер, я не заметил. Бедни, Саня. Сейчас типнуться Санька интересно. Нормально, я отвожу. Чтобы да, он не сдохла пачка. Да, это вообще. Это просто умом своим деревенским догадался. Невозможно, пизда. Каким умом? Ладно, это комиссионная. То есть это берется. Там. Как у алхимика дела? Ну вот так, химикон шикарно. Ты наебали глипом. Я могу, если что, в меди помочь. Там реально. Знаете, на прогрев. Ой. Да у него прыжков нет. Гигафаст, я бы сказал. Ой, вообще. Ладно, я левел свой апнул, да. Уходи, фурионочек. Вы, кстати, от меня какого билда ждете на БХ? Аганимного. На аганимного. Реально? Аганимного я всегда готов. Ну а как иначе? Когда не аганимного? Я тебе тут стакнул выбор, если что. Ой. Спасибо, Саш. Говорит, играет только на мипа. Вниз пойдешь, фарманешь. Блядское деревце выросло, я не было места пить. Санёк, а чё без вардов стоишь, скучаешь и молчишь? Сейчас, я вот как раз хотел все поставить. Сейчас все поставим. Вардик. Центрики за мой счет. О, прогреваем. Пошёл прогрев. А, ведь доктор вернулся, сука. Опа, давай. Отопление не отключили еще, получается. Стал кларите. Нормально. Да и твою мать, бл***. Чуваки, вы сидите в пятером стрим-снайпите, нахуй, бедолаги, и все равно в итоге ж проебете. Ну, типа, по-любому. Насколько б я хоть 0 на 100 выйду, вы у вас и то все равно тром пизданется, проверяю. Вы, типа, я ж бедолага, типа, и... Жаль, что у тебя 0 ПТС, блять, на аккаунте. Бедолаги, так, Фурион, осторожно. В итоге все равно проебете, говорит. Ну, все да. Равно пройдете, говорит? Да, говорит, бедолаги, 0 на 100 выйдете. Уже на 0 точно. А он большой, в смысле, толстенький или накачанный? А у него, кстати, это... А, я думал, что он тестостероновый монстр, блядь, реально. Это, походу, у него сигнатурный мип, у него на аватарке мип. Он только на мипа играет. А, да? Да, да. Челы трипло и в миде стоят, бедолаги, там на алхимике чисто экспу лутает, вам на аганимы, блядь, заебись будет идея. Чел пустой, блять, хуярит аганим, нахуй, первыми там. Заебись, сейчас потипаем, блять, чуваки. Быкует на мой закуп, типа, а чел пустой, говорит, фаст аганим делает, ничего не сделает. А куда он делся? Не, ладно, это уже не культурно. Или культурно, если ты скажешь, где он. Сейчас я в удобную позу сяду, блять, и буду ногой играть. И у вас база упадет, проверяем. Сейчас пока чилим, можете побегать за мной. Можем в топе убить. ТП в топе. Давай, не озвучивайся. Ребят, убиваем в топ типов. Где он есть, типа? Давай, Снег, давай. Ой, вообще. Зая, убивай. Немного застилил он его. Ты чётенько, ты очень... Ты это купишься. Я шестой апнул. Найс.
всеми прям? Ну, погнали. Можно? Нельзя ему расслабляться давать, я не понял. Я тэпку вдавлю. Надо его поставить вахту сюда вот. Или сюда. Сейчас все будет. Там мы ему устроим. А, варда нету, варда нету. Веселье без похмелья. У меня есть, куда? Будешь в будущем стремиться снова. Я думаю, у тебя ебать это не должно. Мне кажется, он лес фермит, он лес фермит. Так, да, так вот, вот, вот он показывается. Ну нахуй. Я подхожу в туза. Можем, можем, Саня? В туза. Подожди, меня блинкеры. Если плюс на год будет, прогреваем. Ой, туда. Заточились. Тут сбить нельзя, такая механика. Вот этому сбить можно будет. Блять, я нахилил. Нет, Егор, убить, убить, убить. Он улетит. Блять, я вообще что-то я больше руиню, да? Походу, тебе надо с портами поаккуратнее. Ну ладно, нормально, ничего. Купи этот топорик от меня. Да, реально, надо топорик от тебя купить. Тиммейтик. Так, он там сейчас, наверное, радуется. СФ на боте. Он, наверное, радуется. Он, наверное, там сейчас... Ай, лохи. Они втроём на боте пытаются меня задушить. А можем в боте? Да, 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 можем. Я могу, давай, подставиться, давай. Но ресов нету. СФ-чика хочу. Ух, ебать, еще легионка. Блин, даггер. Ой-ой-ой, хорош. Хочу его. Мне денег дадут? И легионку? Две секунды, трек, да, подожди, всех. трек, подожди. Добей. Молодец. Он мне сейчас еще ганим даст, это вообще прикол будет. Это похуй. Не, ну похуй, не, это все хуйня, реально. Они такие долбоебы. Он будет пустой, он сейчас будет пустой, а на сеток не выйдет в лайте. Да, ей ганим, хоть 10 аганимов ей дали. А ты, сынок, честно не ожидал тебя. Ты прям все профессионально сделал. Прозвучало как-то... Не, прям ультра профессионально. Грамотно, как Егор раньше говорил, все грамотно сделал. Все, прям как по это, по записной книжке. Говорят, Саня, как сейчас будет пустой, а у нас Керри выйдет. Че, че у нас Керри? Ну, он говорит, типа, алхимик сейчас пустой будет бить. Выйдет вот. У них Керри выйдет, блядь, уже выходит. А у них, кстати, Керри, да? Из игры, блядь. Я хоть 10 раз умру, они все это отдадут мне за одну свою смерть, блядь. Надо глубокие вахты будет поставить. Давай сапчиком. Нафижу. Ой, я мипа нашел случайно. Аганим готов. Можем. Вот тут купить, да? Сейчас. Ой, тут дохуя. Купить надо. Блядь. Да ну нахуй. Если я подсечку попаду. Не дал, блядь, не дал. Ты дал? Ты... Я тебя толкну. Дал. Пизда тебе, друг. Возвращение маньяки. Кочинский. Ёбаный рот, какая же вам пизда. Кор выходит уже? Кор уже выходит там куда-то? Нет. Подойди. Не пятюню, не пятюню. А, они тебе дали пятюню. Я отошел. Пока, ребят. Есть. Пока. Это не тоже умрет. Он, наверное, базу. Че там, кор еще выходит? Нормально. На, покушай. Мипанчик 0.4 уже, нормально. Меня жалко, капец просто. Держи мипанчик. Не, нормально, нормально. Я потом 10-го левела сразу буду. У нас руна опыта все еще лежит. И стаки для тебя лежат. Я же не изгоняю. Хотя, подожди, у тебя какой талант? Нет, такой себе. А у меня на кинжаль. У меня почти ган. На стаков, кстати. Нифига себе. О, мипан в топе, мипан в топе. Знаете этого человека? Да, давай. Саша. Профессионал. Да, я уже иду. Нет, ты Саня. Я понял, окей. Мне нужен Саша. Гоу. Пойдем. Сэф. Давай. У меня ТП-шки нету, я не смогу кровь. Ну, ебать, братишка, ты сейчас кайфанёк. Ой, лучше не подходи к нему. Ой, ну подошел. Выдает. Нормально. Ты меня убрал. Живи. Ладно, я успел трек нажать. Я же не убивай его. Мне надо, чтобы он загвался. Тот самый Керри, который скоро расфармится. Который выходит. Куда-то выходит. Мне кажется, у меня уже какой СФ по фарму. Так, еще вот так могу. Блин, ну он всю команду убивает. Может, только его пытаться убивать? Хотя, блин, ну как я могу убивать только его, когда у меня скивы по области? Опа, направляю. У меня это полная контка. Хит-шоу полная контка. Всей команды. Санек, кстати, когда будешь забирать? Подождите. И травочки бы хотя бы. Трек подождешь? Не, выйти.
Тут вообще не уйти. Этого жалко. Тут вообще пиздец. Брат, это пиздец. Я помогу тебе. Можно заметить. Ой, мип, он шел. Выбил нейтралочку. А, че он под себя? Он сделал? Под себя. Он под себя сходил? Я тороплюсь сбивать. Что, мип уже под себя ходит? Мип уже под себя ходит. Это такие шоу конкретные. Опа, блядь. Слишком жесткий отъем, мне кажется, он сейчас в каст станет. 0-6, 0-6. Все, давайте их только его убивать. Только его снайпим, ищем и все. Так подождите, он же сказал, что там Коль. Его в чате утешают, зато у тебя ПТСов больше, чем у них. Ебать, утешение, бля. Утешили, утешили. Сейчас Керри расфармится. Короче, убивайте их только его. Окей? Ну вообще, не, я не согласен, надо же треки добивать. Ну блин, когда игра закончится, и шоу тоже закончится, и веселье тоже закончится. А так... Да и тех, и тех можно. Надо просто спасибо за депуст, мисс. Надо чисто за ним бегать, я сказать. А он замутил всех, походу. А, да? Из нас или... Да. Куда ты уже армию там сделал, просто... Все, больше не стакается. Блин, нет. Не, надо наверх позакидывать, я сейчас сюда позакидываю. О, захарми... Он наверное в этом лесу, вот в этом лесу он должен быть. Я думаю. Больше негде. Ну я бы сказал, где он. Это самая безопасная точка, сейчас на карте. Не, так нечестно. Ну да, я выйду, я буду смотреть. Это уже наглёшь. У меня выбора нет, он у меня на втором мониторе записывается, стоит. Ладно, я кое-что сделаю видимость. Регирую в топе. Оп. Санёк, я уже наверх стаки начинаю закидывать, ты подойдешь? А, ебать, стаки, я и забыл. Стаки, блядь, я уже наверх закидываю, они уже не стакаются, блядь. Тяжело уже не заметить. Чисто в треугольнике пару точек. Джейс тут фармит. Панчик, где же он? Видите, у меня отхил какой. Это я подставлю? Вообще похуй. Ебать, тут крипу. А я есть карту, хиляют. Ладно, смертельный трюк. За мудрость? Санёк, иди маны зали. У меня лагает дота, что за хрень? Все стаки. Сань, можешь аккуратнее? Стаки в глазах заебили, на стаки сейчас на меня пойдут, чувствую. Мипар в боте, ТП. Быстрее. Я ультану. Фурон летит. А Мухрион может это идти? Мы убьем, фура. Блядь, Мухрион, блядь! Что? Я не туда смотрел. Да ты подспиздишь, экспунг! Блядь, я так охуел, что меня стаки захуярили. Я убил Мипра. Я вообще не сюда смотрел. Да я понял, что ты не сюда смотрел. Я смотрю, ладно. Так, блядь, пиздец, ладно. Ноль слотов у всех, блядь, в команде, пиздец. Только носки, блядь. Одни носки у всех. Опа. Туда, пустого. Хорош. У меня блинк почти. Ну, блинком я смогу с вами играть. Ой, а чё, невозможно. Я хочу убить цвету. Я хочу фигать. Димашу, ну там она не одна. А, нет, подожди. Там ЭВД, СФ, внутри там трое. Я слеп от стаков, я реально ничего не вижу почему-то. В глазах зарядило, режет. Что ты сделал? Он разговаривает, как будто в бочке сидит. Кто? Стример? Стример. Ебать, что за них орал. Нормально. Убиваем, ага. Кстати, только мипа. Ставь да. Вот здесь вардс. Ну, мы, блин, никого не видим. А, у меня нету. В чем дело? О, так вот убить. Рента жестко. Сейчас его пригреет. А где? Не долетел до последнего, прикинь. Провали этого добряка. Он сейчас собрался. Вот тут. Давай его на могилке пошлепаем это. Ведь его не поддаем. А он видит? Нет. Ну, если вард стоит, то да. Прокликивает нас, сидит. Он всех нас замутил, реально. Ой, никнейм Гудвин увидел. Это опасно. Что, мы будем тогда бить? Он еще всех в чате забанил, кто его обзывает. Он профиль твой пошел смотреть сам. Лизок, что ли? Да, он пошел. Не, ну типа он в доте профиль свой открыл. На аккаунте. Это не тот ютубер Гудвин, который связки хуярят, а не всякие. Мы думаем, у вас всех кого попали? Шаришь на ютубе, если факт, которые они там связки такие ебашат, типа, богоюзные. Они спорили, поняли, что Гудвин. Ну так и чё? Да, нормально. Ой. Живи! Чуть-чуть. Там что-то снизу какой-то замес. Ебать, я прям мазал! Тут скелеты умерли, О, тут мипа!
Ой, Good Vision. Да нет, там пиздец, там сильно жирный нахуй. 2000 хп у этого 2500. Похуй, похуй. Терпим, ща СФ распарнится и погода. Стоп, а ты же трек за каждого мне подается? Да. Да. Реально? У нас, да. Да, у нас очень жесткая контракт. Ема. Покупай. Я могу на фонтане его нахуярить в следующий раз. Два трека давать. На фонтане нахуярить. Блять, а почему нет? Бля, как подкаст? Можем Т2 все сломать и просто на фонтане его. Не-не-не, тихо-тихо, я сейчас, блять, вообще уевший сделаю. И что, у бустера? И его он. Типа закончились, сука. Он, блин, мне надо понимать, в какую часть он лестница. Я могу тэпнуться. Типа, нормально. Вон. Русский. Я ему сейчас лес еще баню хожу. Блядь, ну ты понимаешь, что ли? Где он? Сейчас. Ой, на мне ВД, на мне ВД. А где Мипа? Наверное, в топ по идее сделал, если не вышел с фонтана. Можешь вас спасать сюда? Я в боте показывается, нет. В боте показывается. На фуроне лети. Нет. Я сквозь толком вижу. Фиги. А, меня видит. Ты пох в охоту, блядь. Охота, блядь. Все нормально, щит отрабатывает. Йо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Просто, блядь, охота на мипу. Аборигены, блядь. Ебать, он кастует. Ебать, ребята. А никого не убивать, у них не убивать. Ладно, я здесь не сколько. Этому тут поджопный писан. О. Ой. Так убивай, его... Ладно. Да, ну, да, он сам напал. Он сам напал. Где идти в направлении? В домике ломаем или ломаем? Туда не можем нахуй зайти. Нет, домики, наверное, еще не надо. Т2 в смысле. Ну нахуй. Блин, а у нас тоже бустер, что ли? Че он так крутится? А вы умеете так крутиться? Посмотрел, мы учился. У меня кнопка не забита. Я только ради этого в доту играю, чтобы так крутиться. Я только ради этого в доту играю. Я его сейчас заебашу, блядь. Ну вообще прогревка лютая уже происходит. Ой, бля. Так, ну там керри должен выйти, да? А, что, мы уже под фонтан идем? Да я не могу. Бля, он сейчас дуэлись сюда. Меня убьет тавр, блядь, я не дойду. Иду. Блять, ману не хватает. Блять, курьер сдох. Блин, у них антитрек. Блять, манго надо. О! Ебаку, блядь! Смелый! Мёрт. Какие ребят пошли? Чё там, он не говорит, что керри сейчас будет? Ой. И горну. Ё-мо! Ой, триплки убил. Хорошо. Килку на вас кастую. Прям на вас. О, найс, он свапнул. А у него способность? Нечего дать. Под фонтан свапать. О, я его выкинул! Орен. Давай, поставься. Не надо, он тебя обманывает. Я тебе гос закинул. Там сейчас мипа, давай. Мипа еще будет. Сейчас мипа реально встал. Да, ёп, ну не так же подставится. Что, вообще пиздец. Мипа АФК просто стоит. А он ушел. Он ушел. Он даже не закомпал. Ай. О, Санек. Можешь на скилле? А, блядь. Да, он ушел там вообще. Там такой музло разъебного херачит. Он просто из дома ушел. Вы что наделали, блядь? Какой пиздец был? Хит-шоу на выход из. 20-минутное хит-шоу, блядь, какой вышел. Ты его зажал на фонтане, а он просто тебя законтри. У него стрим еще называется талант бустер 13 ммр вообще у него называется. Дайте мне ссылку гляну. Сейчас скину, я в текстовый скину. Ребят, стоп, пожалуйста, к стримеру без негатива. Окажись, вы в таких условиях еще хрен знает, как сами себя вы повели. Так что, ссылку на человека оставлю в описании. Подписываемся там. Донатьте его, что человеку настроение поднять. После такого. Ну, конечно, блин, человек без пострадал. А мы победу отдадим, победу отдадим. Отдадим? О, вернулся. Пиздец, мне там херачил. О, да, пришел, что говорит? Пошел, покурил, наверное. Посрался. Прогрей его после курибаса. Еще ничего, чуть-чуть. Пока что. Надо ему еще отдать. Он ее прям в душу. О-о-о! Тихо. Все, не бейте. Я медленно буду жарить. Я на все ультимейты. Давай. Я хочу на всех треки нажать. На всех треки успеть. Давай. Я просто повновляю здесь. Разводит мипа. Бежи драться. Все, я на троих мипа. Блин, ребят, ну как его? Я тихо отпускаю, пускай идут. Все. Нормально, пусть идут. В этом у него музыка херачит. Я дружелюбно помахаю. Вот так вот я немножко. Ой, отойди. Ты чего? В центре. Ой, блядь.
центре сломать. Давай. Жесткий дабстеп херачит. Нет, я убью. Там лютейший дабстепчик играет на него. Пошли, надо под фонтан же заранее. Мипу скоро станет. Но он не будет шевелиться, ты чё? Не, он уже за компом, его просто компом не было. Не-не, он смотрит, но он даже камеры не шевелит, он на тройку как на тройку смотрит. Ну, это этот пьяный долбоёб, отвечаешь. Я ссылку на тебя на него кину, это мы вас с него играем. Он до конца не знает. Смерти своей. Зайди в фонтан, блядь, для стражника. Он скиллы мипа стоит, сидит читает. Забыл, что нам говорить. Что не так я делаю в этой жизни? О, мип! Опа, вышел на разборке. Блин, я могу сделать? Блин, я умру, там пиздец сейчас будет. Мне сделать или опасно будет? Я бегу. Там пиздец сейчас всё. Он за сердце схватился. За сердце? Ну, не, просто почесал грудь. За сердце схватился. За сердце захватил. Винга аккуратнее, Сань. Ура! Мне в реале кричать стал? Да. Сколько ты? АРП. Все, пока. Он молчит просто. Там Керри вроде должен выйти. Там типы в чате пишут, точнее один чувак написал ха-ха. Я не знаю, что там было. Что за писал? Вау, блядь! Это тот, который писал, зато у тебя мэр больше, чем у них. Да, это он? О, блядь! Я не близкий, что нажатик! О, нифига мне дэмэдж. Это сам хуй, блядь, блин. Точно, что я твоей матери, блядь, привет передаю. Любишь. Зайди на стрим, нахуй, мистер Данте, блядь. Услышь мои слова. О, ты про мам говоришь. Я матери привет передаю. Мам! Мамина? Мама уже в гости приехала. Как раз скажу, мам тебе... Грубо. О, Марина, да, у тебя маму зовут? Маме, да. Привет, Саня. О, помощь, блин. Там типа да, гадость, там не поможет. Там уже шнел просто. Да куда? А, блин. Что он черный? Выходи, блин. Давайте пятюлей. Он нас замутил? Да. Да. Тот самый бустер. Зато у него умер больше, чем играть. Он просто в телефоне. Он просто в телефоне сидит. Он сидит, давай ГГ напишем. Че, ГГ пишем? Давай. Гоу что-нибудь напишем. Гоу сообщение передадим веточками ему. Давай, но это долго будет. Веточками? Нуб. Че, о, давай какая-нибудь нуб напишем, блядь, ветками. Жесть. Так, давай я букву Б начну делать. Я букву Н пишу. Давай, я букву Б начну. Нет, вот так, что-то... О, Лего, я тоже была. Помогите. Ай, касочки. Ладно, я умер. Бля, не смотрите форснуть. Санёк, осторожно. Твою мать. Я хилочку на тебя кастю. А ему пофиг вообще, он просто в телефоне сидит. Он в телефоне там, да, сидит. Можно продолжать писать. Тихо, всё. Букву. А, у, блядь. А, нормально. Я боюсь ветки брать. Блядь. Ой. Ебать, котлата за что? Он даже в моник не снимал, вообще пофиг. Так. Я походу умер. Блин, они веточки сейчас ломают. Капля соло, кстати. Сломали. Какие веточки ты ломают? Это искусство это вообще похоже, быдло, что ли? Да, похоже. Я заберу одну сейчас. И вот сюда одну посажу. На будет нам. Не особо. А, ну, если Б, С, Б, на. Похоже, похоже. Нормально вообще красота получается. Блин, ну вот сейчас я умру точно. И Б буду. Надо Б добить. Б близко слишком к ним будет. Блять, ну это рискованное дело, но мы должны. Ну. Я тебе художник. Я иду. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Я тебе художник, иди. Саша. Ладно, зато они по треками. Зато они по треками. Бегу. Ебать, вас загородили, чел. Опа. Просто тегнули, ребят, на базе. Не хочу умирать, блять, отсыбай. Блять. Бля, Санек после бега. Блять, эти светки съебут. Веточкам. Надо рип. Дописать букву Б. Егор, до конца! Чё, да какая буква Б, блин, меня убьет? Да какая такая, блядь? Ну иначе просто ГГ пишет. Должен умереть за искусство. В следующей игре тогда напишешь. Ну походу в следующей игре. Так еще 3 минуты. Санёк ГГ. А, мы еще не можем.
Мы еще не можем. Еще 4 минуты удовольствия. Только сейчас дошел. Он, подожди, он что-то он увидел буквы. Так а что, ну разъебем их, может? Тут мне так много кэша навалило, на самом деле. А экспал уталось, когда я был мертвым, интересно? Нет, скорее всего, я их мать ебу, блядь, и буду ебать, я говорю. Тут да боже, это чел просто... Слышишь, за банды идут, за то, что я уже здесь не играю? Шо? За что банды идут? Мать это святое на тысячу, или нет? Можно чуть-чуть иногда. Да я не знаю, я ж не смотрел эти. А нахуй с ним тогда. Ища. Да не, то что у него мышлюха, это факт, блядь. Блядь, это Гудвин нахуй. Это Вес Гудвин играет. Блядь, ты зайди посмотри нахуй, какой там контент нахуй. Просто для детей стражников, блядь, и рекрутов. Шок ебаный. Понабирал пятерых долбоебов, сидит, не снимает свою бездарную, блядь. Ой, Мипан! Блядь! Это он меня нашёл. Прогреваем. Саша. Блин, Одесси. Мам, не торопись. Бей его, ёба. Он прона, он бустик какой-то. Так, 13 каунтов. Три героя, что ли? Был. Пипец. Так, хилку на вас косили. Уничтожено, бай, Егор. Они 4 ультимейта в меня нажали. Убить. Ехала. Свапнули даже? Ехала. Да, даже вы свапнули. Они вначале свапнули, это потом дуэль нажали, потом ТСФ и... О, зацените там миду. Это капец. Ой, я успел. Ребята гасят насмерть прям. Саша. Ой, вообще кайф. Ай, блин. Блять. О, ВИЧ-доктор, смотри. Нечем сбить. Понятно. Блять. Басик. Бедная банкушка. Нана. Ну, он реально сидит, потеет, диффуза, Драгонлэнс. Ебать, вас загородились, смешно написали. Как будет там? У меня насмешки нет. Блин, у меня только что 5000 было, и снова 5000, как так? Там ветки остались еще? У них нетворс понижается. Ладно, да и похуй. Я не удивлюсь, если тебя еще по ряду снимут за это, блять. Что ты вражеские там хуяришь? Они хуярят, суки. Там легионка стоит, ветки хуярит. Реально? Ой, быдло, да, реально. Блять, мы старались, это произведение искусства. Я душу вложил. Букву. О. Опа. О, мипу. Что-то реально потеет, что-то знаю. Нет, мип. Что-то знаю, ты не играю. Мап. Момент проиграл. 30 минут просто на уши орудий. 15 смехтей. 0-15. А я могу в чат писать? О, да могу. Офигеть, это чудо аккаунт. Ладно, да не, блять, мне, ну, впадло это играть уже. 30 минут на это проебали. Я за полтора часа себе 150 ТТС уебал. Ты думаешь, мне жаль сейчас ебать одну? Говорит, мне впадло это играть. Так у них, походу, не на мип, а на ВИЧ-докторе бустер. Смотри, сколько у него киллов. 7 киллов. Реально на ВИЧ-докторе бустер. Знаете, надо. Сейчас знаю его. Я заново рисую, мне похуй. Погнали. Он опять в телефоне. А вы в более безопасном месте рисуете? Не, надо, чтобы на видном месте было. Так. По-быстрому, в темпе, уже рисовали. Это, блядь, ну... Эн слишком близко, Эн слишком близко. Это У будет. Та боже, тварьё тупое сидит на киллах, хуярит, не может уже спушить. Очень жаль. Охуенный контент на YouTube будет, бедолага. Кто-то поставками запускай занимается. Вот здесь У, здесь, да, ага. Вообще у нас получается в этот раз. Б, чуть-чуть осталось. Командная работа. Ой, пошло, ой, блядь, где помогите. Да что ж делал, черт, галимый. Так, мы рисуем, нам пофиг на команду. Рисуй. Почти Б, козыречек остался, козыречек. Я умру за этот козыречек. Похуй уже, похуй на вас. Сносите базу, пьяные долбоебы. Вы ж сидите на стриме, мол, слушайте, чего не спасите? Какой толк время тратить мне, уебище. Буква Б, за букву Б надо бороться. Чутка, козырек остался. Острый козырек. Давай! Нет! Нарисовал? Нарисовал. Получилось, ребята. Да. И здесь, блин, здесь веточка. Ветка. Ой, вот оно. О, ну, да буква У хуёвая, блядь! Вот здесь, ну... Мы прошли доту, ребят, мы прошли доту. Подождите, дайте я доделаю нормально. Данёк! Я понял.
Он хочет уходит. Мне дуэль дать. Он мне дал дуэль. Мисты дал, мисты, я мисты ему дал. Блин, где форс симулятор? У меня нет. Так кто твой рыбалочка? Рыбалочка прислала. А мы сами ферму добавили. Да блять, меня каски убьют сейчас. Мне каска. Маешь, ваш, ваш. Егор, давай травлайте. Мне ветки ломают, скоты. Ну давай, все. Ну денег нет. Ой, меня легочки, продавай. Гудвина на губах моя сперма. Так, пошел, пошел. Саня, ты ему первый кинул, сейчас убираю, решишь? Так это, сейчас кину, бля! Гудвин, у тебя на губах моя сперма. Ты слышишь? Гудвин, а шо? Сними это на свой YouTube, Гудвин. Гудвин, сними на YouTube, нахуй, как сейчас проебешь, блядь. Под фонтаном, нахуй. И вы свалили все с базы. Мы умерли. Я там уже разобрали нашу эту, нашу... Наше произведение, да. Назвать даже. Да, да, да. Там винга вышла. Там винга вышла, начала бить ветки просто. Ой, есть Саньку помощь? Нет, далеко. Ой, ёк-макарёк, блядь. Они все мертвы. Ой-ой-ой. Прям насмерть мертвы. Можем ПГ. Я могу байнуса прилететь к вам. Ну как хочешь. Давай всем домик хотя бы поломаем, а потом уже ГГ будем ставить. О, у меня очень крутой талант появился, теперь на фонтане легче треки раскидывать будет. О, Vision? Да, да. Где-то тут быть. О. О, так они не разрушили. Там винга била веточки, вот. Есть. На Б. Б сломал. На нюк взял, блядь, если. Да знаешь, что ты говорит? Это где нейтралки? Никто не бьет лес. Суки, блядь. Им похуй на лес. Чё, ГГ напишем? Блин, ну он бустер с другой стороны 13к, что будем писать? Ну, кстати, реально, у него 13 тысяч на мейне. А давай понаёбываем. Так а чё вы пушите, сука, блядь, иди под фонтан, постой. Гудвин, Гудвин, вытри сперму, блядь, и пойди под фонтаном, постой, Гудвин. Они не пишут, не, они хотят поиграть, они глифт жмут, смотри. Ну, красиво? Нет. Да, думаю. Он до сих пор говорит, Гудвин, сперма, Гудвин, сперма, говорит. Это ж Саня. Пути. Ну а что ему делать? Ему остается только украсть губ. Блядишка, и все. Да, тут тотальный чёрт. Ай, касочка, касочка, блядь. О, какой же кайфовый талант. Закопался. А чё мипа живой? Нечем помочь. Могу ботанчик. Форснул, форснулся. Я обновлю сейчас. Я на танке. Блять, больше нечего дать мне. Там уже все. Байбай, кто у меня? А у него деньги на бай были, что? Вообще офигел. Вообще непорядок. Блин. Где он там? Покажите мне этого. А, он, вот он. Он хочет, смелый. Хочет что-то. Что-то хочет. Пососать хочет. Ха-ха, сперма Гудвина. Сперма. Вот почему он спрашивал. Паузу поставим? Паузу, 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 вопросик. Не? Надо. Ты напишем 13к еще снизу? Гудвин, знаешь, отличие моей мамы от твоей. Твоя 2 метра под землей. Но это комментарий чата, блядь. У нее 4 кива, ребят, это что за хит-шоу вообще? Перезапись? Оп. Перезапись. А, подожди, у меня турник сколько? А, у тебя турник? А, через 30 минут. Блядь. Причина отсутствия способа. Ебали типа 13. Причина отсутствия тем временем. Веточками нуб. Салмут на фонтане. Секретные тренировки Гудвина скиты в сеть. Вот они по турнирам. Так вот как он готовится к турикам. Блин, больше нельзя купить говно это всякое. Учу. Ой, блядь, я пытаюсь ветки купить. Ну блин. Есть этерев у меня, этерев у меня. Метка, да. Сейчас куплю. Блять. Не могу купить, потайная. Ну медленно, медленно, Саня. Метка, да. Точно 8 тысяч? Нет, это резко. Я умру, нихуя или поздно. А, это не мои ветки у меня в инвентаре. Там сверху, опа. Еще думал. Извини, Егор, ты 2 секунды не успел. Да, потайной стать. Медленно, медленно, медленно. Работай над скиллом. Надо посмотреть, научиться что-то. Ты девайс. И научиться. Блять. Он ветки хуярит, сука. Я перестарался 13 писать. Дашь, Тайгер? Иди, иди.
Ничего. Мипа встал. Мипа, я подставляю. Ну, тварьё ебаное, я в соло катки по 20 минут заканчиваю. Вы в пятером, сука, под фонтаном сидите, килы хуярите. Пора заканчивать это дерьмо. Говноеда. Ты пиздец слабый, хуесос, блядь. Блядь, не туда занёс! Ебать! Ты чё? Меня задуяли. Блядь, меня убью, это какой-то фукстав, я ёбнул. Контент с лузом, блядь, выложишь или как? Он с базы вышел, на мипаре пошел по мипу. Пиздец, у меня 120 секунд слышать. Нормально, нормально. Что-то вообще не бесит. А я вообще я ничего теперь купить не могу, я вообще никакой предмет покупать да, не могу. Да, все. Нормально блядь сделано. А ну мы прибьем. Почему у тебя всегда падает этот главный домик? Как у меня всегда падает этот главный домик, если у меня 80% минрейт, блядь, на героя, я сижу, бущу аккаунту. Ебать, это заходит, да, нахуй, головачи, блядь? Заходит, головачи? Это, блядь, это, блядь, Гудвин зашел, нахуй. Йо, да, по-любому. Проверь, так что, проверяй. Он сейчас контентик снимет со спермой на лице, блядь, выставит, нахуй, я там зайду, посмею, блядь, что ему дети нахуй. У меня герой сломался, дудос, у меня дудос, блядь, дудотаем. Он, знаете, что сказал? Mm-hmm. Он сказал, что типа, блядь, я катки в соло за 20 минут заканчиваю, вы до сих пор не можете закончить. Да, ты. И все, он не прав. Убил. Справедливо. Он спокойный такой чел, мне прям он нравится. Он под дабстепчик играет. А, сука, поломай ветки, ебаные, FPS из-за веток падает. У тебя тоже лагает дота? Смотри, знаешь, косточки, ой, есть, сука, он реально просто принял ситуацию, блин, ну, хорош, мужик. И чё, если... Он заколил ветки ломать, ты мои-то встань. Я голос ГГ подпишем. Давай. Поломайте ебаные ветки, у меня просто лагает дота, у меня 80 FPS, блядь, на 4060 Ti, блядь. А если будет... Не, давайте ломать трон и на последних секундах напишем ГГ, вот так вот, сам накал, чтобы был. Накал. Ау. Только, ребят, давайте не обосрёмся с таймингами, чтобы кучу трон не упал на последние секунды. Можем просто мега крипов сделать и потом. Не-не, гоу трон бить и на лоу хп просто, ну, кучу пишем ГГ. Он что говорит? На лоу хп трона или? На лоу хп трона, да. Так а чё пушите, собачки, блядь? Собачьё, нахуй, под фонтан, быстро, нахуй. Гудвин, блядь. Говорит, а чё пушите, собачьё, под фонтан. Как там сообщение моё, кстати, вот? Он сейчас воскреснет, пойдет дефать. А твоё привет, я не играю в доту? На прогревочку тоже хорошая. Ебать, у него 10 минут фоу мод. Он двинулся, Саня, надо сейчас фонтаном. Так, я гребешь гол трон бить. Еще рано, еще нет, рано. Вот ебать, у меня герои, все выделены герои, я только нахуй, я не могу ходить. Да, не могу уклонами ходить, не могу уклоны. Клоны не контролируются, дудосеры ебаные, клоны не контролируются. Отменяем? Нет, не контролируются. Дудосеры ебаные. Фу, пиздец, гандон ебаный, блять. Это просто шок. Лол, выиграли. Лол. Мы победили, нахуй. Как? Он говорит, дедосер, я не могу клонов контролировать. Кто за спидпуш? Ладно, надо тикнуть. Лайк поставить. В конце лайкнуть его надо по-любому. А, да надо. Это он вообще не обрадовался победе. Я в соло, нахуй, снес им трон. Какие бомжи, просто нахуй. Алексей просто в соло снес трон. Что он творит, блядь? Что он творит? Что творит этот Алексей? Да ладно, но это куча Гудвин на лице спермы выпил чуть-чуть. Блядь, ебать сумки ебаных гандонов, блядь. За что он нам всем дизлайки? Ебаные гандоны, говорит, ебаные гандоны. И всем по репорту уебал. Ты никнейм сложный, всем на мипа нуп, я только сейчас советил. Кого? У нас Фурион сделал никнейм на мипа нуп. Прогрев. Он каждому по репорту въебал. Он сидит, улыбается и что-то. Я пока отойду, короче. Ну так давай победишь. Не поните одно. Без меня. Ебаная тварь. Да я соло. Соло пойду, ебал я. Пойди игры нахуй. Да, может донат ему ебану. А, закинешь его? Я чуть не могу, но дат мне открыть. Он тебе говорит, что ты хуй Гудвин, ты ему ты гранат да, закинешь? Да? Доля перемог 80% у него на мипе. А я не могу ему донат закинуть. Я нажимаю донейт, и там, ну, скинется биты. Ой, у него реально 114 побед на 30 поражений, блять. Ого. Бустер уничтожили. Реально бустер. Все равно побед на дали. Ладно, всем спасибо за просмотр, ребят. Всем удачи, ссылка на стрим в описании. Пока.